Доброго всем времени. Сегодня решил сделать обзор на 444 Marlin, который у нас уже появлялся в обновках, когда я его купил. Там были замечания некоторые по поводу того, как представляют себе некоторые, ну скажем так, продавцы понимание того, что гильза должна блестеть, то есть взять ее и шурхануть наждачкой. Но суть не в этом. Сегодня я о нем расскажу именно как о боеприпасе. Пришел он мне в собранном виде, хоть и стреляный, вот, но в собранном виде, закатанный. Я его депулировал самостоятельно, баллистическим образом, внутри ничего естественно не было. Пуля вот такая вот, полуоболочечная, с такими вот надрезами, как бы, надеюсь, их видно. Вот, то есть с повышенным останавливающим действием, естественно. Значит, немножко про историю патрона. Он вышел в 64 году усилиями фирмы Remington и Marlin. Marlin выпустила под него рычажную винтовку. С чем связан, значит, был его выход? Его выход был, как пишут в иностранных источниках, связан с возникшим на тот момент дефицитом 45-70 патронов. Популярного достаточно стопера по крупным опасным животным. Он состоял на вооружении 45-70 government, то есть правительственный, с винтовкой трапдор. Ну и она же, естественно, как вот в США, так традиционно, военные калибры популярны и в охоте. Ну и не только в США, на самом деле, у нас тоже существует определенная традиция в этом отношении. Вот, ну давайте сразу, пока буду рассказывать, заодно и взвешу пулю. Вот, возник он, с одной стороны, с дефицитом этого 45-70, а с другой стороны, обороты набирал популярный тогда револьверный патрон 44 Magnum. И он популярно набирал популярность, в том числе и в рычажных винтовках. Вот видите, да, 15 там и 6, грубо говоря, грамма. Вот, в качестве тоже стопера, оружие для охоты, но на коротке. Показывал хорошее останавливающее действие. Вот его, собственно говоря, 44 Magnum. Патрон револьверный, но и в рычажных винтовках тоже обрел популярность. В основном за счет хорошего останавливающего действия на коротке. То есть можно было защититься от там, медведя и так далее. И при этом небольшой для винтовки отдачи. То есть в револьвере, понятное дело, его отдача существенна, а для винтовки его отдача весьма мала. Вот. И, собственно, на основе его удлиненной гильзы он и сделан. Кроме того, что гильзу удлинили, соответственно, пропорционально утолщили стенки. То есть, как видите, у дульца стенки одинаковые, но понятно, что как бы простым обрезанием вот этого 444 Marlin получить не удастся. То есть будет толщина стенок здесь больше. И утолщили фланец. Ну, как видите, да? То есть фланец явно толще. Значит, какое-то время он начал набирать популярность, благодаря тому, что, опять же таки, как и у прародителя, у него была для винтовки не сильно мощная отдача, поэтому оружие получалось достаточно легким. При этом хороший стопер считался, популярен в Аляске был и в северных районах, там в Канаде, еще где-то. Ну, на американских континентах, на североамериканском континенте. И считался достаточно хорошим патроном для лесных охот. Эти дистанция 150 метров, это уже как бы и достаточно. И, собственно, на эти дистанции его рекомендуют использовать либо из засидок, либо для ходовых охот лесных. Вот, ну и понятно, в качестве там для охраны дома, то есть он тоже пригодится. То есть для человека, живущего на Аляске, который там не хочет иметь там много как бы винтовок там разных на разных случаях, у него есть рабочая винтовка, ну может они и есть, но есть рабочая винтовка, которая, так сказать, на все случаи жизни. И оленя там где-то можно взять, лося позволяет брать.
с различными пулями, вот, и медведя, и крупных хищников, то есть от них оборониться. Но в 72 году сама же компания Marlin возобновила выпуск рычажных винтовок под 45-70. Ну и в общем там опять пошла очередная волна, и 45-70 опять начали производить, выпускать и так далее. И до сих пор он выпускается, популярен и так далее. Соответственно, его популярность подупала, потому как, ну, он по сути предназначался для замены. Ну, как бы не для замены, а чтобы занять нишу, место. А по итогу вернулся тот боеприпас, чье место он занимал. И как бы его многолетняя репутация с конца 19 века, даже там, скажем так, со второй половины, привела к тому, что этот патрон стал менее востребован. Но при этом все равно те, кто купили под него оружие, они им пользовались, остались довольны именно потому, что он показал хорошие результаты. Понятно, что патрон не для дальней стрельбы, не для там какой-то снайперской стрельбы, там он для, ну, как бы для жизни в природе, в лесу, то есть позволяет что-то крупное там добывать. Вот. И, ну, для охраны дома, естественно, тоже, если он медведя валит, то уж двухногих как-то остановит без проблем, в общем-то. Ну, так, в принципе, про него особо больше рассказывать нечего. Единственное, что хочу сказать по энергетике в сравнении с 44 Magnum. Вот, допустим, сейчас, секунду. Допустим, мы помним, что несмотря на то, что вот этот в достаточно широких пределах снаряжается, там от 725 до 1655 джоулей есть варианты снаряжения с массами пуль от 8, ну там от почти 9 грамм до почти 21 грамма, то вот этот 44 Marlin, он от 3400 джоулей до 4205. При этом начальные скорости 635 и 706, ну от 635 до 760 метров в секунду. Массы пуль от 11,5 до 19,5. То есть, как видим, ну да, а у 44 Magnum начальные скорости 305-560. То есть, в принципе, как бы для пистолетных достаточно быстро 560, да, верхний предел. Ну а здесь начинается от 635, то есть это уже винтовочные скорости. И 760, ну там 850 это уже боевая винтовка 8-миллиметровая, а это все-таки 44-й калибр. То есть это, ну, как бы достаточный аргумент. Ну и по энергетике тоже 3,5-4200, грубо говоря. Ну такой вот патрон. У нас он встречается. Самое интересное, я когда-то встречал его у одного товарища. Так я у него и не смог купить его, потому что он продавал либо всю коллекцию, либо вот только либо всю коллекцию, либо ничего. А на всю коллекцию у меня денег не хватило. А в этой коллекции там было всего 11 гильз там, или 12, которых у меня не было. Вот. А суммарно в ней там было гильз 300, наверное, или 400. То есть я, ну, как бы не решился тогда взять. И вот у него я видел клейменные 44 Marlin 2, но разной длины. Причем я так и не понял, так и не нашел я нигде. То есть как это связано, но в руках держал рядом одновременно, там причем разница заметная, миллиметров 5, наверное, или даже больше. И просто длина гильзы разная. Видно, что он не обрезан самостоятельно, или может сильно аккуратно обрезан, я не знаю. Но вот такое, тем не менее, я встречал. Вот. Ну и самого ихнего дедушку положу для сравнения тоже. 44-й русский, с которого пошел 44 Special, которого у меня нет. За ним 44 Magnum. Ну и вот самый длинный из этой серии. То есть 444-й Marlin. Соответственно, вот у меня. И, ну, естественно, как бы. То есть основание одно. Видите, такая эволюция. Цельнотянутые гильзы, складчатая и так далее. Вот так вот есть у меня такая подборка эволюции в каком-то смысле. Да, и покажу. Сюда пуля была уже насильно обжата, поэтому она, ну, назад плохо входит, а в 44 Magnum входит отлично. И, кстати, некоторые пули, они могут и взаимозаменяться. А вот так. Вы теперь у меня, видите, как бы получается, и к 44-му Magnum есть пуля заодно. Вот. Раньше я только вот это вот использовал в макете. Так что вот такая вот у меня есть
эволюционная линейка, если можно так выразиться. Ну а на этом все. Всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности.